и десерт. Какой десерт? Я ничего не заказывал. Не беспокойся, это в счет не входит. Просто маленький презент от нашего повара. Конституция – это не ограда. Можно, нельзя. Это не сторожевые вышки. Конституция – это нравственные барьеры. Не каждый человек решается взять оружие в руки. Они сказали, что комиссия «Союз художников» отказалась даже на нее посмотреть, узнав, что я написал непрофессионал. Я кинематографистов тогда жалела больше, чем себя. Хотя и что, как это на мне сказалось, и как я это удушье претерпевала, тоже еще посмотрим. Я все равно себя до конца выражу. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Перед вами новый ведущий «Кинопанорамы». Ну, сказать, что я легко, в общем-то, согласился быть ведущим, это было бы неправда. Дело в том, что вот не только потому, что вот в газете вот в январе месяце была написана статья Геннадием Масловским «Профессионалы и дилетанты», где идет разговор о положении в «Кинопанораме». Так как я профессионал в кино, а вот эта, кстати, статья называется «Профессионалы и дилетанты». Я, конечно, рискую оказаться дилетантом в «Кинопанораме» как ведущий. Очень надеюсь, что этого не случится, ибо кинематограф я все же знаю, смею надеяться. И те материалы, которые вы сегодня увидите в «Панораме», они мне и близки, и интересны, и в чем-то дороги. Дело в том, что ситуация сейчас в кино, в Союзе кинематографистов очень непростая, неоднозначная. Она имеет свои плюсы и минусы, она имеет своих сторонников и противников. Студии не везде ровно работают. Студии ищут, режиссеры ищут. Но наступило самое главное. Художник, наконец, получил право, получил возможность быть художником и отвечать за свои поступки, как за художника. В те годы, в годы вот 70-го по 80-е, понятие, кстати, тогда существовала такая летучая, абсолютно пустая формула «талант, достояние народа». Причем эта формула эксплуатировалась на разных уровнях и почему-то вызывала невероятный энтузиазм у слушающих, хотя все понимали, что это пустая фраза. Она ничего не решала. Многие наши писатели, многие кинематографисты, многие художники, многие люди искусства вынуждены были покинуть нашу родину, уехать. Я не понимаю, я до сих пор не могу себе понять, не могу никак сформулировать, почему же мы с такой легкостью, с таким счастьем расстаемся с талантливыми людьми. Такое ощущение, что у нас их так много. А ведь расставаясь с талантливыми людьми, мы расстаемся с духовностью. И талантливые люди несут духовность. Талантливые люди заставляют нас быть, не существовать, не ползать тварями дрожащими, как говорил Федор Михайлович Достоевский, а быть. Ощущать себя личностью. Вот. Так вот, годы застоя. Более трагического, я полагаю, конечно, я не беру сталинские времена, но более трагического в смысле уничтожения творческой личности таких лет в истории советского государства не было. Я закончил институт кинематографии в 68 году. И вот вы знаете, такое ощущение, что после 70-го года, вот в этот период, от 70-го до 80-го года, такое ощущение, что все делалось для того, чтобы творческая личность была нивелирована, чтобы все были на одном уровне, чтобы никто не вырывался, кто чуть-чуть вырывался, голову тут же ему снимали. Все должны быть серой массой. Серая масса дает серый результат. Это общеизвестно. И в результате мы этого добились. Правда, были отдельные и писатели, и кинематографисты, и режиссеры театра, и художники, которые как-то пытались из этого выйти, из этой ситуации. Сегодня мы посмотрим фильм «Отцы». Вот я вначале расскажу, с чего начался этот фильм. Сценарий фильм
фильма «Отцы» был написан 22 года назад Евгением Григорьевым. 22 года назад. Режиссер студии «Мосфильм» Аркадий Сиренко снял, и фильм предельно, предельно сегодняшний, предельно острый, предельно необходимый. Мы живем, понимаете, живем в такое время, когда многое все переоценится. Выясняется, нет, нет, не переоценивается то, что вечно, то, что искренне, и то, что истинно. Вот Григорьев относится к числу тех художников, которые никогда не подстраивался под конъюнктуру. Он был неприятен часто в своих позициях для некоторых. Он был жестким. У него болезненное ощущение правды. И вот это болезненное ощущение правды, оно не может не передаваться его сочинениям. Фильм снят, фильм есть и фильм сегодняшний. История такова. Человек пожилой, фронтовик, прошедший сталинские времена, фронт, послесталинские времена, человек, сохранивший в себе кристалл чистоты и кристаллы нравственности, он идет против человека безнравственного, человека более молодого, человека, который ему неприятен по всем качествам. Это карьерист, это лжец, это человек распадающейся нравственности. Этот человек тоже непростой, молодой, непростой судьбы. Кстати, вот это поколение таких людей, оно ведь заняло все командные, все административные посты в нашем государстве. И, кстати, от этих людей очень трудно сейчас избавиться. Дело в том, что они управляют хозяйством, они управляют культурой, они управляют искусством, они управляют всем. Ведь доходило в кинематографе, в частности, до нелепого, что люди, не имеющие представления, что такое кино, занимаясь там инженерными делами, чуть ли не банно-прачечными, они считали возможным руководить киноискусством. Эти люди святого, для которых нет. И вот именно таким человеком является герой фильма «Отцы». И в итог печальный, итог трагический. Мы встретимся сейчас с создателями фильма, в частности, со сценаристом Евгением Григорьевым, который недавно стал главным редактором журнала «Киносценарии», и режиссером-постановщиком студии «Мосфильм» Аркадием Сиренко. А сейчас давайте посмотрим отрывок из этого фильма, в котором заняты какие Евгений новости? Матвеев и Борис Целаков. Почти никаких. Я слышал, тебя в очень ответственную командировку посылают. Да? Будь осторожен. Дело такое, что поскользнуться можно. Главное, не горячись. Там есть такой Белов. Ты его не трогай, это человек Руднева. А у тебя что, баба завелась? Ну что вы? Ларка матери жаловалась. Смотри, парень, что, не отгуляла еще свое, что ли? Да выдумывает она. Ну, я тоже думаю, что выдумывает. Да и мне звонки были. Но это не оправдание, могла бы ты... Видели тебя. Кто видел? Ну, это не важно. Ну, как не важно? Мало ли с кем я мог пройти. Сослуживицей, сотрудницей. Ясное дело. Сослуживицей, по обнимку. Смотри, попадешься, я тебе помогать не буду. Я хоть все понимаю, но все-таки я отец. Ты помнишь эту историю с сыном латышского стрелка? Который в Казани попался? Тот самый. Слыхал. Но он, по-моему, в порядке, процветает. Так ты так процветать не будешь. Помнят твои шалости. Ты сейчас ты не очень выдержан. Значит, не уважаешь место, которое занимаешь. Кто помнит? Я тебя всегда считал умным парнем, хотя и был против брака. Но вот тебе мой мужской совет. Будь осторожен. Люди завистливые. Спасибо, Михаил Иванович. Я знаю Аркадия Сиренко достаточно давно. Да. И скажи, пожалуйста, что для тебя в сценарии было самым главным? Вы знаете, ну, для меня было самым интересным, знаете, как ни странно, не сам конфликт,
как ни странно, может быть, что это бросается в глаза в первую очередь, понимаете? А то, что этот конфликт проходит через сердцевину сознания каждого человека, и именно простого человека, вот как мы сейчас как-то мы отходим от этого термина, но именно человека в массе, в большинстве своем, это проходит, этот конфликт, хоть не каждый человек решается взять оружие в руки, но понимание проблем, сострадание, узнавание, как ни странно, узнавание своих бед, своих проблем, своей униженности в обществе, это было пронзительно. Новикова проанализировал наше поколение. Наше поколение, которое помнило войну, помнило трагедию отступления 41-го года, помнило великую победу 45-го. Вот этот герой Новиков, он меня интересовал. Наше поколение. Как наше поколение, которое помнит значит, эти жертвы, помнит, как мы выстояли и как мы победили, то есть помнит законы родства и общности, как вдруг оно стало таким, ну, каждый за себя. Здесь две психологии сталкиваются. И для того героя, и его мог играть очень, ну, человек такой мягкий, неуверенный, для того героя это ведь все перечеркивается, и перечеркиваются павшие. Получается, что кто пал на войне, это были, значит, не повезло. Понимаешь? Другая mm-hmm. трактовка. Кто живет скромно, дураки. Понимаешь? Значит, надо тащить, тогда ты герой. Все переворачивается. Понимаешь? Прости, пожалуйста, но я хочу спросить. Следовательно, остановить предательство можно только выстрелом. Что он и делает в итоге? Скажу тебе. Для той ситуации. Сегодня, когда мы сражаемся за правовое общество, я слышу упреки, что Женя и Аркадий, что это вы призываете, значит? Брать оружие. Значит, да. Брать оружие, что же вы такое, разве можно, мы наоборот должны, плюрализм и все такое. Здесь есть закономерность, понимаете? То есть он не то что инстинктивно, он не инстинктивно действует, он действует по тем нравственным законам. Да, по своим законам, конечно. Все, понимаете? Но это, мне кажется, это и ужасно. В этом есть какая-то однозначность, чреватая очень тяжелыми последствиями. Да, какими? Гражданской войной, простите. А ты представляешь, если в то время мы бы так отстреляли бы вот таких бы вот Новиковых, ты знаешь, это бы подействовало отрезвляюще. Нет, ну отстрелять Новиковых, во-первых, как узнаешь, тот ли Новиков и того ли ты отстреливаешь. Угу. Ведь кто-то в ответ может стрелять на тебя. Нет, здесь еще, кстати, один мотив. Нет, не только, так сказать, уничтожение, но здесь, прежде всего, важен момент жертвы. Он же себя дает в жертву для того, чтобы отстоять идеалы. Он идет на кадр. Он идет, значит, жертвует своей жизнью тоже. И вот только таким путем, чем он поражает этого своего, ну, антагониста, чем поражает? Именно то, что человек способен пойти на такую жертву, совершив этот поступок. В жизни есть один закон. Чтобы победить, надо быть готовым умереть. Тогда да. А когда хитришь... Ну, это страшноватая, вообще-то, такая философия. Чтобы победить, надо быть готовым умереть. Чтобы победить, надо... быть готовым жить. Когда за столом сидит жулик всесоюзного или республиканского значения, мы все знаем, что он обворовал, разорил область, воровал, попался. Все нормально, мы сидим как братья. Понимаешь? Не может этого быть. Или так, или эдак. Не может быть. Тогда не требуя от общества усилий. Или мы останемся безродными, то есть сказать, без... Вот с нас начнется жизнь, а потом с наших детей, они нас отринут, понимаешь? Не может так быть. Должна быть связь времен. И связь времен, прежде всего, нравственная. Пожалуй, одно из самых таких, ну, шокирующих моментов картины – это хроника. Ты знаешь, она настолько неожиданна, она настолько выбивает как-то из наших, даже мы многое видели в хронику, такого помпезного,
смешного, хотя передавали о серьезных наших руководителях, но вот подчас мы знаем, что выглядело смешно. И вдруг вот такая хроника, она действительно шокирует. Сейчас, когда прошло 20 лет, вдруг та хроника, которую мы смотрели как плакат, как хроника, вдруг она стала, ну, и звучать, что ли, иронично. Понимаешь? Но мы не хотели фельетонности. Мы не хотели фельетонности. И поэтому мы специально набирали и подбирали хронику такую позитивную, созидательную, вам с пафосом. Да только нет, господин президент. Эта одежда не для русских морозов. Забота о госте прежде всего. Вот так-то лучше. Прикладистей. Чья лучше? Да выбирайте любую. Хороша папаха. Мне и так и тянет на танец. Вот кто наверняка умеет лезгинку плясать. Мы аплодировали, мы поднимали руки, голосовали, мы читали газеты, пряча иронию, пряча все. И как, я подумал, вот почему твоя реплика меня как-то до больного зацепила. Я подумал, господи, действительно, как же, если так отрешиться и проанализировать свою прошлую жизнь вот в этом контексте? Как страшно, наверное, вот сейчас жить, понимая вот то предательство, которым мы, к сожалению, вольно-невольно занимались все свои сознательные годы. Виктор, да, я влез в разговор. Это не так. Понимаешь, тот человек, который варил сталь и делал свое дело, он никого не предавал. Тот, который водил автобусы на разбитых грузовиках, кто ехал на Целину, в Сибирь, кто поехал в Афганистан, кого послали в Афганистан, понимаешь? Кто в колхозе работал за гроши, он никого не предавал. Предавали те, кто знал, что он зря здесь это сеет, это никогда не взойдет. Все эти академики, которые говорили, ну, потому что как люди науки, как люди искусства и публицистики, они должны быть честны. То есть народ, народ. Он делал свое дело, понимаешь? Он можно, верил. Можно делать дело пассивно, автоматически. Нет, ну, конечно, когда ему говорили, утром яму рой, а потом ее закапывай, наоборот. Он понимал, что над ним измываются. И, конечно, он без энтузиазма ее рыл и зарывал, извини. Он никак не протестовал, понимаешь? Против этого ведь? Протестовал по-разному, извини, протестовал. Тот же водитель автобуса. Даже то пьянство, извини, это пассивное сопротивление. И когда ты мне даешь, когда ты мне упрек, говоришь о том, что как же так убить человека, я тебе скажу, Дронов не экстремист. Экстремист Новиков. Новиков претендует на то, что будете жить такими законами. Пока вы вне нашей сферы, пожалуйста, гуляйте. А так, когда надо вас поглотить и сожрать, вы будете жить по нашим законам. Ведь что такое, я тебе скажу, Конституция? Конституция – это не ограда, можно, нельзя. Это не сторожевые вышки. Конституция – это нравственные барьеры, какими мы представляем наши взаимоотношения, понимаешь? Это не уровень экономики и не уровень, так сказать, нашей мебели и жилплощади, а уровень наших нравственных отношений. Вот в чем дело. И поэтому, когда мы сейчас говорим гласность, почему гласность? Свобода печати, свобода слова. Это что такое? Промежуток какой-то? Или да, или нет. Понимаешь, в чем дело? Это уже политика. Значит, мы говорим, земля народу. Значит, было нарушение в 29-м году и так далее с коллективизацией. Так надо сказать, было. Значит, кого мы сидим в данном случае? Значит, мы в данном случае щадим тех, которые, так сказать, вот этим
управляют, функционируют, еще не хотят отпускать. Вот они говорят, а может, отредактируем Мережко, отредактируем Сиренко или там Григорию, понимаешь? Вот как. Слушай меня. Я Дронов Иван Васильевич. 12-го года рождения. Работаю с 15 лет. Две войны прошел, финскую, отечественную. Был в дивизионной разведке. Имею 4 ранения, одно тяжелое. Награжден 9 правительственными наградами, в том числе 3 орденами. У меня семья, жена, 2 детей. Работаю. Перед людьми и собственной совестью чист. А теперь скажи, кто ты такой? Что-нибудь с Таней случилось? С Таней у вас ваши дела, а у нас с тобой наши. Какие наши? Обыкновенные. Ты ко мне в дом приходил, биографию рассказывал. Да, рассказывал. Никто не забыт. Ничто не забыто. Отцом прикрываешься, блокадой, святым торгуешь. Против кого идешь? Судья нашелся. Ты смотри, тебе не за станком стоять, как просветили-то вас. Ты на себя-то посмотри, что ты такое. Что ты мне здесь школьную историю рассказываешь? Воевал, работал, детей нарожал. Так все живут. В любые времена, в любой стране. Чем ты хвастаешься? Скажи еще, что не воруешь и не грабишь на дорогах. Так тебе памятник надо сразу за честность ставить. А ты хоть раз своей мозгой пошевелил, кроме телевизора и футбола? А? Кроме как на троих, ты еще о чем-нибудь подумал? На собрании хоть раз против выступил один поперек? Или только всей массой, скопом, вслед за козлом? Как все, так и я. Если хочешь знать, мой душевный, от таких, как ты, весь и вред. Потому что кроме водки и ура, ничего больше не можем и не умеем. А спесь прямо спасителя человечества, гегемона. Что такое гегемон, знаешь? Проходили? Тебе что надо, папаня? Что конкретно? Давай не будем размазывать. Что я тебе должен? Скажи. Я ведь пойму, человек простой. Жизненные проблемы очень даже чувствую и понимаю. Чего ты смотришь? Что надо-то? Говори. Жалко тебя. Да ну. За предательство отвечать надо, а то вы всех перезаразите. Да что ты говоришь? Я тебе сказал. Сказал. Предупредил. Предупредил? Что дальше-то? Ты услышал меня? Услышал, услышал. Со слухом пока в порядке. Не дразнись. Перед смертью стоишь. Ух ты, ах ты, все мы космонавты. Как возвышенно. Откуда дровишки? Помолчи. Ты успокоился? О чем мне волноваться? Услышал меня, понял? Услышал, понял. Ты готов? Готов, готов. Ну, тогда пошли. Сейчас нам предстоит, на мой взгляд, ну, встреча с уникальным человеком. С человеком, о котором ходят легенды. Человек, который знает весь мир, так же, как, скажем, Тарковского. Ну, сказать, что других режиссеров мир не знает, это было бы не точно. Но человек, имя которому Сергей Параджанов, действительно знаменит на весь мир. Человек, ну, мягко говоря, непростой судьбой. Дело в том, что он не перенес сталинских репрессий, но то, что перенес он
во времена Брежнева, это, конечно, не дай бог никому это перенести. Личность уникальна, повторяю, личность светлая, личность бурлящая, столько темперамента, столько ума, сколько таланта. Я не знаю, в каких областях этот человек не талантлив. Общество абсолютно не поняло и не приняло высокой нравственной философии художника. Оно его отторгло, оно его пыталось уничтожить. Оно делало все для того, чтобы художник не существовал. Но он выдержал, он сейчас получил возможность реализовать настолько, насколько ему хочется. Начинал он, ну, не как самый выдающийся режиссер, но потом, кроме вот картины первой, я вначале назову вам несколько его фильмов последующих. Это «Саят Нава», «Цвет граната», но была совершенно замечательная, умная, тонкая, нежная, мудрая лента «Тени забытых предков». Перед вами сидят Сергей Иосифович Параджанов и Юрий Мгоян, актер, который исполнил главную роль в фильме «Ашык Кериб». Сергей Иосифович, скажите, что для вас вот последняя картина «Ашык Кериб»? Насколько она принципиальна, насколько она необходима, насколько она, ну, продолжение вашей темы? «Ашык Кериб» я пронес, вероятно, 59 лет. Я был совсем мальчиком, болел, и мама мне прочла эту сказку. И вот Магул Мегер, ее нож, яд, ожидание Шекерибу, я пронес 58 лет. И когда мне показалось, что я чисто физически слабее, мне показалось, что мне захотелось детям мира преподнести Лермонтова. Лермонтов трагичный автор у нас. Он не получается. Не получается на советских экранах. Когда-то «Перестьяне» снял «Белу», Максим Максимович и «Княжну Мери». Эти картины великого немого Ростовский ничего не смог сделать, когда повторил. Уже зрелым советским мастером не получилось. Сейчас все шишки посыпались на несчастного Бурляева, который спутал Лермонтова с Д'Артаньяном. И сам, потянув все, что можно было потянуть на теле и на лице, вы он видели, сыграл. Видели картину? Видел картину. Я думаю, что это не худшее, что есть в нашем советском кинематографе. Там прелестные парики, прелестные интерьеры, облака над Машуком и все прочее. Но самое страшное, что подвел и возраст Бурляева. И вот эти потяжки, и его вот эта неистующая д'артаньяновская натура для трагичного, одинокого и великого Лермонтова.
Мне кажется, что «Ашик-Кериб», она делается моей любимой картиной, потому что, во-первых, я впервые уделил внимание актеру, так как положено уделять, ну, хотя бы в таком поэтично живописном кинематографе, который вот представляет сейчас. Эту картину я снял слегка, потому что мне очень нравился герой и героиня, и Сопико Тиаурели, и Ромаш Хиквадзе. Они пришли, знаете, как шампанское, вот открывалось каждое присутствие актера, и картина очень вот такая, вот, очаровательная. И я счастлив, что она нравится и взрослым, и детям. Скажите, пожалуйста, вы профессиональный человек? Как актер, нет. Нет. Это «Ашик-Кериб», ваша первая картина, да? Да. Скажите, как ваша встреча произошла? Вот на... Юра Магоян, курд. Он представитель нацменьшинства на Кавказе. И впервые на советских экранах снялся курд. Это интересная и античная нация. И мы знаем великого режиссера Алмаса Гине. И семья Юрия Магояна, и его удивительная доброта. Он обладает очень спортивной фигурой и очень красиво двигается. Абсолютно не чувствует аппарата и никаких стеснений. Вы снимали в Армении? Да, и в Армении, и в Азербайджане, и в Грузии. А что вы сейчас намерены вот на данный период? Вы запускаете сейчас? На данном периоде я снимаю фильм в Армении. Снимаю трудный и сложный фильм. Это «Исповедь». Я думаю, что это последний фильм. А вы сказали, что последняя картина. В каком смысле вот то, что вы сейчас начали снимать? Ну, мне 64 года. Ну, еще я год скрываю, значит, 65. Моя великая страна, Армения, многострадальная. И вы знаете, что она пережила. И все-таки она построила мне трехэтажный музей. Персонально мне. Отдав помещение это шикарное. С фонтанами, со склепами. И с большими аудиториями для экспозиции, где будет размещена 18 экспонатов моей живописи, декоративное искусство, графики. И приобрела, она не приняла в дар, а приобрела, вероятно, за мои мучения, что в условиях изоляции, в маленьких где-то шуршах, где с трудом помещалось два веника, я туда втискивался. Кто-то мне помогал туда войти, прихлопывал дверь, и я там на чистом листе бумаги изображал страсти, которые я испытывал. Я привез оттуда сценарий, который сейчас, кстати говоря, «Лебединое озеро Зона» будет снимать Юра Ильенко. Это ваш сценарий? Да. Это три притчи по моей изоляции. Я привез 100 новелл и 800 работ. Это были лучшие годы, где я мог работать. Простите, 800 работ? 800 работ, те, которые вот при мне купила Армения, графика в особенности. Потому что более объемные вещи я сделал позже, кукол и коллажей. Там я делал графику такую листовую, аппликатировал ее, делал, сушил цветы, делал пластику, выражал портреты. Я приглашен в июле месяце на большую выставку в Лондон, где мне предоставлен большой зал, 100 на 25, где я должен выступить уже
не 800 работ, а 840. Ну, все это время отдал все и получил свое голое помещение, снова наполнил удивительными вещами и куклами, и коллажами, и живописью. Ну, Сергеевич, ну ведь я понимаю, что действительно страшные, тяжелые времена вы пережили, но ситуация, мне кажется, и в стране меняется, и она меняется по отношению к вам в положительную сторону. Очень поздно меняется, знаете. Так обидно, вот так ездишь по капстранам, жалкий, несчастный, с 22 долларами, которые тебе здесь выдают в каких-то кассах на 17 километре. И стыдно делается, что Советский Союз еще беден и не понимает, что такое сервис и что такое гостевые визиты. Мне так хотелось обласкать и Габая, и Богина, которые мучаются и страдают. Они не снимают? Не снимают? Не снимают, у них нет возможности, они начинены сценариями. Габай работает на компьютерах. Богин надеется приехать в Советский Союз. Я просил здесь Ирезо Чхаидзе, который великодушно предлагает ему приехать и реализовать свой сценарий, где героиня Джульетта Мазини, где сценарий Миша дал согласие. И даже купил мне костюм в уцененном магазине за 50 долларов. Я его тут же продал Чхаидзе за 55 рублей. Он мне был мал. Да, почему не 50, 55? А мы так высчитали, что курс? Все-таки это советский рубль больше, дороже, чем доллар, да. Скажите, а откуда вы сейчас вернулись? Сейчас я вернулся из Западного Берлина. А что вы там делали? Восхищался, что я победитель, а они побежденные. Вот это мое преимущество, мое с 15 марками в кармане. И толпа, которая ходит по норковым шлейфам, декольтируется, а у меня не было смокинга, и я отвинтил в самолете в это «но смокинг». И с такой табличкой ходил, что у меня нет смокинга. Все это радовало, даже Михалкова. Вот ваше отношение к сегодняшнему дню? Я очень мучительно отношусь к этому. Хочу понять и обобщить это. Я думаю, что все это очень трагично. Я бесконечно симпатизирую Михаил Сергеевич, бесконечно. И в первую очередь потому, что талантливость. Талантливость и гражданская, и философская. Ну что пробубнил десятки лет Брежнев? Ведь не было талантливости, понимаете? Вялость, тухлое мышление. Все это было отвратительно. И ответом на это был вот это громыхание его гроба, который кто-то его ударил, какой-то камень, чтобы понять, что произошло. Это не так все просто вот психически для моей натуры. Михаил Сергеевич – талантливейшая гражданская личность. Он человечен и ждет, что мы, вот народ, к которому он обращается, мы вытянем, поможем своими советами, а мы вялые, тухлые, просто присутствуем и просто ждем, ждем изобилия. Ждем чистого города. Посмотрите, Москва грязная. После Берлина я ахнул. Грязный снег. Люди где-то туфли друг друга показывают, прячут у каких-то магазинов. Магазины пустые, похожие на морг. Волна продается сырок и колбасы метровые. Вот это штабелями из туалетной бумаги, как говорят. Это же страшно. В парфюмерии нету, штанов нету, трусов нету. Надо это создать. Простите, пожалуйста, это, я говорю, мне 65 лет, я спешу это все сказать и очень рад, что мне дана какая-то возможность. Надо помочь. Как помочь? Как помочь, например, персонально, Михаил Сергеевич? Ну, мне дали сейчас государственную премию Армения. Ну, я отдал Леннакану. Мне дали 4000 долларов. Я отдал сванским событиям. Это ничего. Происходит романтический период становления государства. Вторичный заход. Первый был ложный, фальшивый. Испугал нас всех, напугал, превратил в трус. Я же трус. Трус. Говорят, вот вы сохранили честь, вы нигде ничего. Сколько я сфальшивил. Сколько раз я испугался. Сколько раз меня вызывали, хотели обласкать.
приручить, что-то сделать. Я думаю, что вы знаете, мы неправильно поняли и перестройку. Все без исключения, я говорю сейчас о всех лицах. Свобода, которую мы обрели, она сегодня истеричная. И все хотят себя выразить, и ничего по-настоящему никто не выразил. Сергей Иванович, скажите, пожалуйста, еще. Как вы относитесь вот к кинематографу сегодняшнего дня? Кино в долгу перед государством, и я думаю, что мы ничего значительного на экранах не имеем. Вы знаете, в Советском Союзе всегда было так, вот снимает режиссер Тарковский, все мы ждем Андрея Рублева. И это радость для всех. Вот мы ждем, мы даже ждали, когда Куличанов снял как преступление свое наказание. Мы ждали, понимаете, фильмы. Мы сейчас ничего не ждем. У нас в производстве ничего нету нужного для советской молодежи, для советского зрителя. А что нужно для советской молодежи, как вы считаете? Библия. Библия в полном понимании. Советская Библия. Надо не терять, что мы можем в любой момент перечеркнуть и потерять. Надо вернуться к 20-м годам, к 30-м годам, к трагедии 50-х годов. Все это должно не потому, что я сторонник только абуладзевского стиля и абуладзевского покаяния. Картина мужественная, честная и откровенная. Вы знаете, надо работать. Мы в очень большом долгу. В особенности мое поколение, мы имели великих педагогов. Не забывайте, наши педагоги – это великий советский кинематограф. Режиссура сейчас должна быть очень большая. Надо кино превратить в предмет преподавания. Надо повысить общую культуру зрителя. Зрители у нас неровные, кинотеатры противные, некрасивые. Мы не умеем пропагандировать, не умеем. Вот появится там рябая, косая и серая с пятном на спине. Вот что-то такие названия появляются. А что это такое? Так и никто не понимает, понимаете? Появился фильм «Плюмбум». Я был в восторге. И мальчишка, лучший актер Советского Союза, вот сыгравший «Плюмбум». Сергей Иванович, вы ведь, кроме того, что снимаете кино, вы об этом говорили, вы еще занимаетесь живописью. Нет ли тут разделения, что живопись вам ближе и дороже, чем кинематограф? Вот вы знаете, вот это поэтический кинематограф, живописный кинематограф и все прочее. Я должен сказать одну вещь. Я живу легко в искусстве и самовыражаю себя. Никакого вот неудачи, что мне что-то не давали, это не имеет значения. Я все равно себя до конца выражу. Фестивальная жизнь наших кинематографистов в последнее время невероятно насыщена. И вот первым фестивалем этого года стал первый международный кинофестиваль в Дели. В Индии создается 800-900 фильмов в год. Это больше, чем в СССР, США и Франции вместе взятых. Фестиваль этот интересен тем, что на нем нет призов, нет жюри и нет конкурса. В этом так называемом фестивале-фестивале участвуют лучшие ленты разных стран, фильмы уже награжденные. 120 фильмов было представлено здесь. От Советского Союза 4. «Маленькая Вера» Пичула, «Комиссар» Аскольдова, «Ожившие легенды» Манагадзе и уже знакомый вам «Ашик Кирип»
режиссера Сергея Параджанова. Госпожа Армила Гупта, отличается ли советский показ этого года от прошлых лет? Чем отличается? И вообще, что вы думаете о советских фильмах в этом году? Да, я считаю, что программа советских фильмов, представленных на нашем кинофестивале в этом году, значительно отличается от всех тех советских картин, которые наши зрители имели возможность видеть в предыдущие годы. Нашим зрителям повезло. Они увидели такие фильмы, которые раньше мы не имели возможности показать. Например, «Комиссар» получил очень большой, очень горячий отклик у аудитории и у критики. «Маленькая Вера» — это было настоящим откровением для индийской публики по степени откровенности, с которой снята эта картина, и Ашик Кирип тоже. Такие режиссеры, как Параджанов и Аскольдов, их фильмы очень понравились нашим зрителям. И я уверена, что все это результат политики гласности в кино. Это вызвало очень большой интерес у зрителей. Я надеюсь, все это получит хороший отклик. Я разделил судьбу многих гонимых. Я был подопытной мышью, на которой ставился эксперимент по убийству заложенного природой стремления к творчеству. Пережил опыт, уклонился от лоботомии, выжил и не лишился дара думать и говорить. Нет такой инстанции, которая могла бы мне приказывать забыть прошлое и не делать из него выводов на будущее. География и сегодняшнее местоположение моего тела не имеет значения. Культура всегда была миграцией людей и идей. Эти слова принадлежат Эрнсту Неизвестному, одному из самых выдающихся ныне живущих художников, скульпторов. И напечатаны они совсем недавно в книжном обозрении. Дело в том, что оказалось возможным об этом человеке не только говорить вслух, но уже снимать фильм. И вот сейчас на киностудии «Мосфильм» Владимир Бондарев, кинооператор студии «Мосфильм», снимает в качестве режиссера, это его режиссерский дебют, фильм об Эрнсте Неизвестном. Ну, вы знаете, чтобы немножко вы представили, что такое Владимир Бондарев, я сошлюсь на журнал «Огонек» конца прошлого года. Здесь напечатано несколько его репродукций картин. Репродукции интересные и нежные, тонкие. Обратите внимание. И... Скажи, пожалуйста, как называется фильм? «В ответе зрячий за слепца». «В ответе зрячий за слепца». «В ответе зрячий за слепца». Знак вопроса. Знак вопроса. Кто зрячий, кто слепец? Ну, я полагаю, что зрячий художник, а слепец, вероятно, общество. Общество. Эрнст Неизвестный. В каком году он уехал из нашей страны? В 76-м. В 76-м. Ну, фигура драматическая по-своему. Человек, конечно, замечательно талантливый, выдающийся художник. Я помню его взаимоотношения с Никитой Сергеевичем Хрущевым. Не эти ли взаимоотношения с верхами послужили поводом к тому, что он уехал? Нет, абсолютно. Наоборот. Ты, может быть, знаешь, как получилось, что именно Эрнст Неизвестный делал памятник тому, кто его, в общем-то, преследовал? Я в сложном положении, Витя. Дело в том, что я в своем фильме почти не занимаюсь этой историей, вот этих взаимоотношений. Но тем не менее. Существует масса легенд. Этим интерес понятен. Хотя Эрнст уже этот вопрос очень не любит. Я наблюдал фильмы, которые поступили в мое распоряжение, как он отвечает английскому репортеру, говорит: «Хватит меня спрашивать о Хрущеве. Я был художником до него, вместо него и после него. Есть еще что-то в моей жизни, кроме встречи с Хрущевым». Скажи, но потом наступили те времена, которые мы сейчас называем застойными, и уехал он при Брежневе. Да. Стало быть, его наши власти выжили, так? Нет. Как нет? А так? Нет. Кто же?
Начиная с 1972 года, материально, я имею в виду не брюки и пиджаки, а ведь скульптор требует огромных капиталов работы. Он это все уже имел. Имел. Он получил и выполнил гигантский заказ барельефа на фасаде парт-архива ЦК в Ашхабаде. Им выполнен был в эти годы гигантский, судя по книгам, и до сих пор самый крупный барельеф в мире, 870 квадратных метров, в закрытом институте электроники под Москвой. Он победил в конкурсе и поставил свой обелиск на Суанской плотине, гигантский обелиск. Боюсь, то есть официальные власти не препятствовали его работе? Да? Ну, Виктор, и сейчас власти не все едины, как ты понимаешь. Но в брежневском правительстве, как я это понимаю, я не хочу называть эти фамилии, они мне известны, но я не буду их называть. Явно была, конечно, оппозиция тому, что мы называем застоем. И были чиновники очень высокого ранга, партийные чиновники, которые делали все, чтобы поддержать этого художника. Иначе бы он этих заказов не имел. А если ты спрашиваешь, кто же его выжил, то я скажу тебе только свое личное мнение. Отвечать за него буду только я. Правда, такой человек, как Юрий Федорович Корякин, подтвердил со мной в беседе, что он так же думает. Ты брал интервью для картины уже? Да, это один из ближайших друзей Корякина. Вообще четыре замечательных человека. Евгений Шиферс, Вячеслав Всеволодович Иванов, Юрий Федорович Корякин и Мераб Константинович Мамардашвили составляли мозговой трест, я бы так сказал, Эрнст. Я считаю, что выжили, конечно, руками средних чиновников. Коллеги. Коллеги? Коллеги, да. Давай грубо говорить. Борьба за пирог. Они ни одного его выжили. Сколько сейчас блестящих имен художников на Западе русских? Да, да, к сожалению, да. Блестящих. Он уехал вынужденно или он уехал достаточно, ну, легко? Нет, такие вещи никогда не бывают легко. И я могу сам свидетельствовать. Я не был его другом, но рядом просто находился. И об искусстве он со мной практически никогда не разговаривал. Ну, да, если бы был мал слишком, я для этого интеллектуально. Да, он относился к тебе как к человеку. Да, к сотруднику, да. Сотруднику, фотограф. Нормальные профессиональные отношения. Но о жизни мы иногда говорили. И я свидетельствую, что он не хотел уезжать. И часто повторял фразу следующую. Он говорил, если меня где-то понимают, а ведь я художник, вышедший из войны, он и пишет в своих многочисленных статьях и книгах и до сих пор, что он весь вышел из войны. Он воевал. Да, он фронтовик, причем в полном смысле этого слова. А сколько ему было лет, когда он ушел на фронт? 16. Ушел добровольцем. Ты знаешь, мою самую великую сложность создания этой картины, хотя их много. Я делаю картину о живом человеке, о живом художнике, общаясь с ним по телефону через океан. Пока я не могу к нему попасть, чтобы сесть за стол. Скажи, пожалуйста, ну, как ты полагаешь, Запад был готов к приезду такого крупнейшего художника? Ну, в течение многих лет, это мне доподлинно известно, на всех уровнях, вплоть до правительства, шли приглашения читать лекции. Он уже был известен как мыслитель. А он до выезда бывал за границей? По моим сведениям, только дважды. В Польше в 1974 году. И, я боюсь соврать, я не готов к этому вопросу, в Югославии, где произошла замечательная история, если хочешь я тебе расскажу. Одна из замечательных побед в ряду его художественных побед. Югославия объявила всемирный конкурс на создание памятника герою Второй мировой войны. И пригласила на содержание на правительственность 40 крупнейших скульпторов мира, в том числе и Эрнста. Ну, пока его выпускали,
из 6 месяцев, отведенных на эту работу, прошло 4. К нам приехал, оставалось 2. Потом. И он сделал не проект, Виктор, а сам памятник. И победил в этом конкурсе. Параллельно в эти же 2 месяца, узнав, что в Италии объявлен конкурс на иллюстрации к юбилейному изданию Данте, создал 600 рисунков. И этот конкурс тоже выиграл, если мы говорим о коллегах. Вернувшись сюда, хотел выставить их на ежегодной осенней выставке Мосха. Они не были приняты как непрофессиональный рисунок. И это тоже замечательная тема. У Эрнста есть замысел всей его жизни. Не знаю, сумеет ли он то, что он не сумеет, скорее всего, увы, его осуществить. Наверное, я так думаю. Но дай Бог ему хоть приступить к началу. Какой замысел? Это замысел древа жизни. Сейчас я расскажу кратко. В 1956 году в своем подвале на аэропорте, который до сих пор сохранился, загнанный как художник в угол, вернее, упершийся в стенку, этого человека загнать в угол нельзя. Причем да, уж по третьему закону физики, Виктор, стена отвечает с той силой, в которой ты с ней идешь, с той же силой тебе отвечает, не имея возможности выставляться. Как он пишет, будучи на грани самоубийства, потому что я думаю, что к самоубийству приходят именно очень сильные люди, могут сломать свою жизнь таким путем. У него родилась мысль, на мой взгляд, совершенно поразительная. Родилось видение древа жизни, скульптурно-архитектурного сооружения в виде кроны дерева и одновременно человеческого сердца. Гигантского сооружения. Потом, с этого момента, он уже занимается этим всю жизнь. Он стал заниматься тем, чего сделать нельзя. То есть? Какой парадоксальный выход. То есть, его замысел, во всяком случае тогда, я не знаю, сейчас ли, цивилизация не готова по мощностям своим. А уж тем более, проживая в наших географиях. Где взять миллионы тонн цемента, металла? Ах, это такая должна быть? Да, Виктор. Скульптура. Это пирамида Хеопса по сложности и даже по размерам довольно скромное сооружение. Масса разработок это уже есть, вы их да, потом посмотрите. Да. Да? Ты представь себе, Виктор, я спасаю свою жизнь, ставя себе задачи, невыполнимую задачу. Но она-то и спасает тебя, его, да? Чем? А не надо думать о цементе. Раз такого количества цемента в мире нет, образно я говорю, то не надо и думать. То есть, а что надо делать? Работать. 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 И тогда каждая новая работа, каждая новая скульптура стала входить в этот общий замысел. Появилась цель. Пусть недостижимая, но прекрасная. И стали расти, Виктор, стопки альбомов с разработками этого проекта. Никогда за 20 лет ни разу не увидел этого человека, смотрящего в окно. Он работает 20 часов в сутки. И это не метафора, это истина, Виктор. И также работает и там, преодолев сопротивление среды американской. Там художники живут по-другому. Он продолжает свой путь, и на этом пути оказался победителем. Он там вышел из полной неизвестности. Стал известным. Да. Он уехал. Как складывалась дальше судьба его? Были открыты выставки, музеи? Есть музей неизвестного в мире? Есть. Где? В Швеции. В Швеции? Да. Володя, еще вот какой вопрос конкретно по твоей картине. Скажи, кто оператор? Все же это интересно. Да. Работа неожиданная, необычная. Да. Я пригласил в сорежиссеры, и он почти моментально дал свое согласие, Вадим Иванович Юсов. Да, крупнейший наш оператор. Да, сорежиссер и оператор картины будет он. Очень благодарна за то, что мы получили возможность побывать у тебя в мастерской твоей. Работа настолько неожиданная,
настолько интересная, настолько сложная, что нам остается пожелать тебе только удачи, твоим коллегам, твоим друзьям, твоим помощникам, всем тем, кто, узнав о том, что делается эта работа, откликнется и примет какое-то посильное участие. Спасибо тебе большое. Вы поэтесса. Что вы говорите? Да. Вы мне слушаем новенькое скажете. Это уже снимает? Но вы связаны с кинематографом не только по своим текстам, ваши песни исполняются в фильмах, но еще, в общем, каким-то самым прямым образом. Давайте хотя бы вспомним «Чистые пруды» Сахарова. Живет такой парень Шукшина. Потом я знаю, что вы пробовались у Ларисы Шипитько, ты и я. Скажите, пожалуйста, это что, это ваш каприз? Каким образом все это получалось? Знаете, никогда по доброй воле, как говорится, я в кино не соучаствовала. Иногда мне приходилось работать в кино, потому что заказ мне такой делали. Мне, знаете ли, я всегда вроде выше жизни, но никогда не... Выше жизни никогда не было, ни в писаниях моих, да и жизнь ведь. Но честно работала, даже когда мне предлагали просто заказ. Так и Лем Климов, кстати, в фильме «Спорт-спорт» просто предложил мне заказ. Там написать для фильма, что мне делать? Только остается написать. Хорошо, никогда эти стихи я в книги ни в какие не включала, то, что я писала для сцены или для кино. Это отдельная работа, отдельно оплаченная, и она совершенно не входит в мои книги. Это таков заказ. А так я исполняю. Но я старалась в это привнести всегда и голос, и совершенно тщательность и опрятность. Но это ладно, чтобы никто не подумал, что какую-нибудь корысть я имела к кино. А про меня и корысть никто вместе не подумает. Не бывает. Даже такого человека быть не может, чтобы про меня так подумал. Ну да. Но все-таки там приходилось, ну что ж я от этих денег не отказывалась, которые платили за что для кино делаю. Вот мы сегодня были у Бондарева Владимира, который сейчас начал снимать фильм об Эрнсте Неизвестном. Вы знали Эрнста? Да что ж знали, я его и знаю. Я знаю и не знаю. Мы всегда дружили. Вот. Скажите, пожалуйста, ведь то, что Эрнст уехал. Ну уж знаете ли, нет хорошей жизни, как говорится. Ведь человеку не чего-нибудь надо, а просто когда еще работать не дают. Это я вот, ну так, это все. Но ведь, понимаете, получается так, что... Работать не дают. Вот и поехал. Мы трагически уезжал. Вы встречались с ним после того, как он да, уехал? Да, да. А многих вы встречали, вот наших, назовем их, иммигрантов? Всех, да? Я же еще и выступала так, что все приходили. То есть с Эрнстом я отдельно встречалась. А как с другом, но еще же я там все-таки выступала в Америке, там очень много. Скажите, вот вы, как вам кажется, главное состояние неизвестно вот за границей сейчас? Ну вот такой внутренний, сосредоточен. На чем он сосредоточен? Ну, как всегда, на работе, но он как бы мало имеет к этому помех. Потому что здесь ведь это еще борьба, которая силы уходит на что-то лишнее. Скажите, вот 60-е годы. Я не знаю, как вы, я очень люблю эти годы. Начиная с 58-го, ну, 62-63 год. То есть почти до конца руководства страной Хрущева. Как вы считаете, что вот сегодняшняя ситуация в чем-то повторяет те годы? Ну, я для начала скажу, что я по этому времени не скучаю. Как и не скучаю никогда, потому что прошло не по молодости своей, напротив. Знаете, что 60-й год? Ну да, успехи, какая-то известность. Но ведь это все с толку сбивало. Ведь у меня успехи, а Бродский в ссылку в Архангельскую съезжает в 64-м году. Так как это истолковать? А все-таки он с Нобелевской премией теперь, к моему счастью. А вот эти, которые, то есть я, кто на сцене Лужников стоял, как-то, как говорится, бабушка наоборот сказала. Я же все-таки, мне кажется, что Бродский больше преуспел. В
ссылке, чем я на сцене Лужников или Политехнического музея. Это больше давало ему возможности думать, чем вот на сцене-то торчать. А сегодняшняя ситуация в стране? Ну, насчет ситуации в стране говорить трудно, потому что что много перемен, и что, ну, это как бы без меня по газетам известно. Что касается страны в ее подлинном смысле, а я все-таки думала, что я не этот, не откуда взявшийся человек сверху, а я и есть из этой страны, из этого народа. Так вот этому народу пока я как-то не вижу. А мне лично, да, хочешь печатай, хочешь не печатай, хочешь езжай, хочешь не езжай. Но не в этом дело, дело в других. Вот, но всякая поблажка, всякая перемена к лучшему, не я ж капризничать стану. Просто людей, других людей, и именно простых людей. Вот что может составлять предмет интереса, разговора. Ну ведь, понимаете, получается так, что тот же Эрнст Неизвестный, уехав из сложных обстоятельств, он, в общем-то, не остановился как художник. Нет. А почему же? А это уехать – это не причина. Вот я просто не могу. То есть, ну, во-первых, меня никогда не было поставлено в… Дело в том, что меня спрашивали когда-то, вы могли бы жить и писать за границей? Сказал, да. При одном единственном условии, если бы меня туда вышвырнули. Как это и было с замечательными людьми. То есть это по-разному было оформлено, по-разному было сказано, но все они были вынуждены уехать. Так или иначе, кому что грозило? Или просто художественное бесправие, а кому и тюрьма, кому и... Вот. А я что же, я отсел человека сюда, но никогда не было причиной уехать, а не работать. Вот вы спрашивали про эмигрантов, а я многие, это я не про художников, не про писателей говорю, те друзья мои, а я просто вот публика, которая на мои выступления собиралась в Америке, в огромное количество, кстати, к удивлению американцев. То есть американцы сами рады были это видеть, но я-то понимала, что так из этих людей, которые занимались совсем не искусством, а, скажем, техникой какой-то или там вычислительной, не могли работать, не могли. И что человеку делать с неприменением его способностей? Вообще ни к чему, ни в каком смысле. Вот и он уже организм ищет какого-то выхода, потому что ведь это удушье. Со мной же так не было. Ну, хоть тяжело я переживала отъезд моих друзей. Ну, сейчас со многими ведутся переговоры, или им разрешен... Вот сейчас Наум Коржавин приехал. Ну что же, я очень рада. Я его видела и в Америке. Я очень рада, что приехал. Вот сейчас Любимов достаточно свободно приезжает. Ситуация меняется ведь все же в этом смысле. Да, ситуация, конечно, в этом смысле совершенно поменялась. Просто я человек своей еще внутренней ситуации. И меняться по воле ветра не могу. Какая есть... Я всегда одинаково себя держала. Только я, может, менялась к лучшему. То есть по мере жизни. В жизни есть возможность человека меняться к лучшему. Я кинематографистов тогда жалела больше, чем себя. Хотя и что, как это на мне сказалось, и как я это удушье претерпевала, тоже еще посмотрим. То есть чистоту и опрятность поведения старалась соблюдать. Но заметно. Заметно. То есть сиги как бы чистый, а все-таки заметно, что человек. Вот. Ну, у кинематографистов, которых я знала, просто не было никакого выхода. Вот эту муку, когда Тарковского я видела. Ну что же делать? Писать, но он не писателем себя ощущает, а режиссером. Это дарование. Совершенно нет ему двоюродного дарования. Это так только, а это связано вот с.
Ну, вы считаете, существует вот такая связь общества и художника? Как это не существует? Уж, конечно, существует. В каких отношениях? Вопрос странный. А я, знаете, и художник, и общество вместе. Потому что я не художник надо, а я сама человек как бы из общества. Ну, то есть, из общества, я не знаю, как это сказать, из хорошего общества не скажешь. Но мы имеем в виду сейчас общество, так, ну, просто как бы множество людей. А я всегда говорю, что так называемое общество, или это все-таки есть человек, 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 человек. Не масса, не масса. А не просто бесформенная толпа. И поэтому и я человек. И мне вот перед каждым этим человеком, 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 и каждым, которого я видела, мне не хотелось провиниться, но у меня, собственно, такой возможности не было. Урождена не так, не могу. Вот. Но сожалеть могу, и не могу сказать, что общество виноват, а перед обществом. Художник, я имею в виду сейчас не себя, а велик, художников, великих поэтов русских, скажем, они уж они ни в чем не провинились перед обществом. Мандельштам, Цветаев, Пастернак. А провинилось ли перед ними общество? Да они бы сказали, что нет. Нет. Я думаю, что они бы сказали. Они вообще никого другого не винили. А, ну, люди, как в какой-то их массе, они всегда там могут какие-то совершать злодеяния, но неважно. Ведь и люди доведены были до возможности совершать такие злодеяния. Даже злодеяния равнодушия и просто не милосердие. Но ведь существовала формула, что художник ответственен перед обществом. Несомненно. И не было обратной формулы, что общество ответственно перед художником. Все-таки ответственность лежит на художнике. Но великие художники так за это и ответили. Жизнью и смертью. И всегда это было посвящено как бы обществу. А уж как общество с этим соотносилось. Да и есть ли общество, те начальнички, те стукачи, и есть ли это общество? Нет, нет. А что же общество такое? Вот я сказала, что это сумма людей, в которой важно каждое слагаемое. А как с ними обращались, художник провиниться не может. У него нет такой, нет таких способностей. Спасибо. Мы находимся с вами на премьере фильма «Город Зеро» в Центральном доме кинематографистов. «Город Зеро» снял режиссер Карен Шахназаров. Режиссер известный в нашей стране, молодой, но действительно известный. Хотя бы вспомним, давайте, его фильмы «Зимний вечер в Гаграх», «Мы из джаза» и «Курьер», кстати, который получил главный приз прошедшего Московского кинофестиваля. И вот сейчас «Город Зеро». Сценарий написал один из моих любимых сценаристов, Александр Бородянский. Ну, они с Кареном работают на пару, пожалуй, с первого фильма. Фильм пересказывать трудно, фильм нужно смотреть. Я думаю, что он вызовет разные к себе отношения. И одно, то есть те, кто примут фильм, и те, кто фильм не примут. Но фильм, повторяю, интересный, смотреть его необходимо, ибо это, на мой взгляд, авангард советского кино. Здравствуйте. Нина, Нина, Нина. Куда же она подевалась? Вы мне простите. Дело в том, что ваша секретарша там сидит совершенно обнаженная. Как обнаженная? Ну, голая. Совсем голая. В каком смысле? В прямом. Без одежды. Сидит и печатает, как ни в чем не бывало. Что вы говорите? Павел Павлович,
меня народ. Значит, говорите, голы? Ну, снимите, посмотрите. Действительно голая. На чем мы остановились? Да, главный инженер. Нечка, соедини меня с главным инженером. Так у нас же его нет, Павел Павлович. Куда же он делся? Умер. Когда? Да уж месяцев 8. Что ты говоришь? Видите, какое у нас несчастье. Ниночка, отчего же он умер? В речке утонул. Да. Ну что, ваше дело усложняется? Давайте так. Вы приедете к нам через 2 недели. Мы с главным инженером отработаем этот вопрос и оперативно решим. Идет. Только что в большом зале Центрального дома кинематографистов закончилась премьера фильма «Город Зеро». И пока гости тут рассаживаются, пока участники съемочной группы садятся за этот стол, я расскажу, что же здесь будет происходить. Дело в том, что работа дома кинематографистов – работа сложная. Масса вкусов, каждый посетитель свой вкус, свой взгляд, свои претензии и так далее. И не учитывать это нельзя. И вот дирекция дома кино, руководство дома кинематографистов пытается все это учесть, экспериментирует, ищет, пробует. И вот, вот это место, это называется пресс-клуб «Гамбургский счет». Вот это как раз место называется таким словом. Я, кстати, вот идет, минуточку, вот идет Борис Берман, руководитель нашего пресс-клуба. Борис Берман, подойди, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, Борис, почему именно «Гамбургский счет»? Что это значит? Ну, «Гамбургский счет» – это означает выяснение истинной ценности произведения профессионалами, профессионально, без публики. Ну, существует легенда, согласно которой где-то в прошлом веке раз в год в Гамбурге собирались борцы, цирковые борцы, и без публики определяли истинную ценность, истинную силу собственную. И отсюда уже пошло вот это выражение «Гамбургский счет». Была такая книга у Виктора Шкловского «Гамбургский счет». Там очень интересные и любопытные замечания, потому что, согласно «Гамбургскому счету», некоторые очень известные наши писатели не были бы допущены даже на ковер. То есть сейчас разговор будет серьезный, прямой, принципиальный и без всяких комплиментов и кюков. Ну, я во всяком случае надеюсь на это. Не знаю, как мои коллеги поведут себя. Ну, давайте посмотрим, что из этого получится. Я могу пойти, да? Да, пожалуйста. Спасибо большое, Борис. Представьтесь. Театральная жизнь, Поличинецкая. Вот я, у меня вопрос к режиссеру и к сценаристу. Сейчас вот, когда вы смотрели фильм, вам не показалось, что он затянут ритмически? У вас не было такого сейчас ощущения? Нет, да? Фильм хороший. Фильм символов. Символов, так, нужных символов. Трагедия этой картины заключается в том, что она слишком ожидаема. Мне показалось, что самое слабое место в картине – это роль Варакина. Ибо это мне напомнило Чичикова, которого лишили характера. Мне-то кажется, что фильм интересен именно по составу актеров, именно по актерской игре. Пожалуй, это единственное, что его спасает. Мне показалось, что фильм просто мало придуман. Фильм прелестен и таинственный, и таинственен. А весь разговор, ну, невозможно это. Вот мне, например, очень понравилась картина, но ее надо как-то разгадывать. Очевидно, это невозможно сделать на гамбургском счете или счету, как-то сказать. Поэтому мы все уходим в вопросы, мы просто за них прячемся. По-моему, очень хорошая картина. Поздравляю, ребят. Обнимаю. И горжусь. Что касается фильма, говорят, вот электронно-вычислительные машины делятся на поколения. Вот у нас в стране, я слышал, работают машины 3-4 поколения, а в развитых загнивающих странах 14 и 15. Мне кажется, мы сегодня посмотрели фильм нового для нашего кинематографа поколения.
идет все время опять скольжение по знакомым, уже опробованным в других картинах реалиям. И совсем меня изумил финал. Дело в том, что, наверное, все видели «Жертвоприношение». И все, наверное, помнят притчу, которая там задействована. Когда в финальной сцене звучит, на мой взгляд, пародийная и странная реплика «Поливать надо», я изумилась. Мне показалось это решительно некорректным и по отношению к памяти Тарковского, и по отношению к нам всем, потому что душу нашу, в принципе, очищать таким способом, пожалуй, не надо. Давайте все-таки избегать, как бы, понимаете, не будем подменять намерения авторов и уже заранее оскорбляться за Тарковского. Понимаете, подменять, это же как бы избыток вашей личной учености или вашей испорченности. Давайте ругаться, но грамотно и, в общем, на уровне намерения автора. Потому что Пушкин сказал, произведение автора судится по законам, созданным автором. Понимаете, а не из того, что, так сказать, вам показалось или примерещилось. Не осуществляется какого-то серьезного разговора, не получается. Мы все не готовы к такому быстрому реагированию, к точечному, моментальному. По-моему, фильм выше, глубже, лучше, значительней, умнее, талантливей, чем все, что могут здесь изобрести самые образованные критики. Я, как зритель, благодарен им за то, что я, глядя эту картину, получил удовольствие от процесса ее рассматривания. Думаю, что после сегодняшнего нашей встречи, нашего обсуждения, мнение Карена Шахназарова о критике ничуть не изменится. Действительно, до тех пор, пока наша критика не будет художественной, то, так сказать, с места ВОЗ не стронется. Скажите, пожалуйста, кто сегодня посмотрел фильм? Кто еще раз пойдет его смотреть? Поднимите руку. Смотрите, это гамбургский счет. Друзья, сегодня в нашем городе открывается клуб поклонников рок-н-ролла. Это еще одна большая победа демократии. Через эпохи сталинизма, волюнтаризма, субъективизма, застоя мы принесли страстное желание танцевать, чего мы хотим. Друзья, первым, кто станцевал рок-н-ролл в нашем городе, был повар Николаев. Первому всегда трудно, но за первым появляется второй. И в этом великая логика исторического прогресса, остановить который невозможно. Рок, рок, рок! 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Play the last night song. Join me, Harvey. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock. Absolutely.
Прошу тишины. Никогда. Никогда он не мог бы застрелиться. Кишка у него была тонка. Вот смотрите, как это делается. Вы знаете, вот побывав в этом профессиональном клубе, послушав этот профессиональный разговор, я пришел очередной раз вот к какому заключению. Насколько же мы должны быть деликатны? Насколько же критики, начну с критиков все же, насколько же критики, чиновники, общество, государство должно быть внимательным, деликатным, осторожным в отношении личности, в отношении гражданина, в отношении художника. Разрушить проще, чем создать. Разрушение, оно ведь, как говорится, заложено, видимо, в природе человеческой. А вот создать, а вот вынести и воспитать, и сделать талант таким, чтобы он расцвел, это ведь действительно серьезная проблема. К нам возвращаются те имена, которые, казалось, никогда больше к нам не вернутся. К нам приезжают люди, изгнанные из страны. Мы читаем книги, которые, казалось бы, никогда к нам на стол не попадут. Мы смотрим фильмы, которые, как казалось тем, кто их укладывал, вечно были уложены на полке. К нам возвращается наше прошлое, к нас возвращается наша культура, к нам тихонько начинает приходить наша духовность. И я думаю, что наступило вот то святое время, когда нужно не разбрасывать камни, а нужно камни, наконец, собирать. Вот на этом мы нашу передачу заканчиваем. Время, отведенное для передачи, конечно, мало. Очень многое хотелось сказать. Наверняка что-то мы упустили, что-то забыли. Но вы должны поверить в наши самые благие намерения. Всего доброго. До следующих встреч.